В Таиланде в результате ДТП погибли 11 школьных учителей. Это случилось на скоростной трассе, которая связывает восточное побережье государства с Бангкоком. Учителя возвращались в столицу после выездного семинара. У микроавтобуса, в котором ехали преподаватели, лопнуло колесо, после чего он перевернулся и загорелся. Всего в салоне находились 15 человек. Четверым, когда пожар только начинался, удалось выбраться наружу.